Самое главное, что здесь есть настроение. Самое главное, что здесь заряжаются дети атмосферой такой между собой. Да, есть момент диалога, можно поговорить, можно, я не знаю, там в коридоре увидеть жюри, сказать здравствуйте или наоборот задать какой-то вопрос. Это хорошо. Вот, во-первых, поздравляю с окончанием. Желаю, чтобы все-таки занимались танцами вопреки или от удовольствия. И все-таки танцы нас спасут. Вот, ну, по поводу конкурса, что хочу сказать. Здесь я второй раз, и мне кажется, что все-таки уровень конкурса растет. Если говорить в проекции, да, не относительно этого конкурса, а вообще от танцевальной политики. Вот, поэтому я думаю, что современный танец, конечно, занимает первую позицию сейчас. Все-таки он выталкивает и эстраду. Также очень интересно то, что происходит с народным танцем, потому что есть такой эксклюзив, который ничем не убьешь и никуда ни в какую коробочку не положишь. И это будет очень ярко, очень ценно и очень по-своему. Но, наверное, это зависит еще от индивидуальности, да, от коллектива, от хореографов, которые работают. Поэтому я думаю, что народный танец – это такая вещь очень важная. Я думаю, это будет очень долго на уровне вот с современным танцем. Я думаю, они еще будут, я думаю, что соперничать. В какой-то момент останется фольклор и современный танец. Но это мой взгляд. Я знаю, что этот конкурс, он интересен всем. На него все-таки люди приезжают. И поэтому, конечно, я всегда ставлю ступеньку выше. Да? Всегда хочется пластина вырасти. Поэтому желаю успехов этому фестивалю, гран-премию, чтобы он все-таки поднимал уровень мышления дальше танцовщиков, педагогов, хореографов, руководителей, чтобы родители приезжали сюда, да, и вместе развивались. Это важно. Ну и, соответственно, смотреть такое прекрасное пространство, как Санкт-Петербург.